У бабушки всю жизнь было железно. Поднялась – ставь чайник. А жизнь бывала разной. И железной, и стальной, и бетонной, и картонной, и мечущей отточенные ножи в спину. Репрессия, тюрьма, война, ссылка, возвращение в никуда, ни к кому. Вдовство, нищета, скитание, безысходность, одиночество. Не до депрессий. А может быть, и до них, но что она могла с ними сделать? Одна с двумя детьми, без пособий, помощи, поддержки. Только одно – ставить свой чайник. И она ставила. Всегда. Сколько помню бабушку, столько помню ее вечно пышущие чайники. И крепчайший индийский. Это себе. И в отдельном прозрачном зеленый с травами и листьями. Это для всех остальных, для кого крепка была ее жизнь, точно так же, как и чай. И ни разу, черт возьми, не видела я ее в суете, в страхе, в мелочной обиде. Твердо стояла на своих сухих и длинных ножках. Не было денег, варила картошку и пекла преснушки. Не было одежды, перелицовывала свой старый сарафан. Нервничала, покрывала сильной лингвистикой обстоятельства и жила дальше. Как жалела я одно время, что не дожила она до того времени, когда я уже могла дать ей другую жизнь, полный достаток и удовольствие, которые легко покупаются за деньги. Жалела, а потом поняла, она не стала бы счастливее в дорогой шубе и с икрой на завтрак. Не теми нитками была пошита. Это ее тогдашнюю к нам бы сейчас сюда, чтобы посмотрела, как мы тут писаемся от коронавирусов, инфляций, обнулений, чтобы посмотрела, матернулась, да поставила свой старый зеленый чайник, который ни за что не хотела менять на другой, и который так и прогорел на плите за 4 дня до ее смерти. Надо жить! Надо жить, наплевав на коронавирусы, инфляции, обнуления. Надо жить, оставив суетливые войны за кусок послаще да место потеплее тем, у кого зад шибко мерзнет, да желудок нещадно чешется. Надо жить свою жизнь, не дожидаясь другой. Надо жить своими календарями, своей любовью, своими радостями и горестями. Надо ставить свой чайник, дорогие мои. Потому что нельзя расплачиваться собой за чужие игры. Нельзя, слышите? Банально, но жизнь одна. Еще банальнее, она быстро проходит. Ставьте чайник, живите сейчас.